зимний период у нас не заканчивается январем, он продолжается и в феврале месяце, и поэтому на всех объектах сегодня выстроены ледовые городки, сказочные зимние всевозможные аттракционы. С удовольствием люди, не только взрослые, но и дети отдыхают. А такие фишки нашего региона, как казахстанская Лапландия, где дети могут посетить резиденцию Санта-Клауса, уйти в путешествие по семи чудесам света –